С самого начала матча футболисты «Самары» предложили гостям веселую футбольную мелодию, но те явно не попадали в такт. Болгари солировали и пытались подчинить донских своему видению игры. Но ребята в полосатых футболках упирались, и порой казалось, что нашла коса на камень. Первый тайм закончился с нулевым счетом. Зато начало второго повергло руководство сельманшевцев в шок. Сафронов ворвался в штрафную, и после столкновения с защитником устоял на ногах и хотел было продолжить движение, но был остановлен грубым приемом. Арбитр показал на точку. С нее Сергей Булатов пробил, и на табло зажглись первые цифры футбольного действа. А минут за 15 до конца матча уставшие и замотанные постоянно меняющим свою дислокацию Виктором Булатовым подались его ложным движением и пассом, и как намагниченные бросились к хитрецу, владеющему мячом. Диспетчер самарцев в разрез перепасовал мяч на ход своему однофамильцу, и тот, ворвавшись в штрафную, пробил мимо вылетевшего навстречу голкипера в гол. Точку в игре поставил сирийский легионер Анас Махлюф. Он хорошо поймал мяч головой и всадил его в ворота. 18 тысяч болельщиков советами и пожеланиями помогли своим любимцам одержать очередную крупную победу.